Мне очень понравилась слаженная работа коллектива. То есть мне как раз очень интересно было, как это же сериал, ну хотя мы снимают вроде как фильм, да? Но так как они работают, видимо, очень много, настолько отлажена система внутренняя в коллективе, вот это очень интересно. 13 декабря 2002 года, Казань. В студии телекомпании «Эфир» идут съемки российского телесериала «Неотложка». Девятая серия отечественной саги о работе врачей скорой помощи под названием «Смертельный диагноз». По сценарию действие разворачивается в студии городской телекомпании, где местной телезвезде-наркоманке, ее роль исполнила Алина Ивах, становится плохо прямо во время прямого эфира. Еще случай. Сережа. У нас случился клиент, фамилию я не буду называть. Очень тяжелый случай. Скорую помощь мне быстро. Быстро. Я скорую помощь, мне сказала, мне плохо, быстро. В съемках были задействованы и другие ведущие эфира, в частности, Дмитрий Пивоваров сыграл роль неподкупного депутата Алексея Васина, который борется с коррумпированной медклиникой, подсаживающей своих пациентов на наркотики. Роль, просто сказать, обухом по голове ударила, и роль народного депутата Васина Алексея Ивановича, который борется с коррумпированной медицинской клиникой, выращивающей, по его мнению, наркозависимых людей. Но народного депутата, в принципе, я бы, например, больше бы не стал играть, лучше бы кого-нибудь другого.